6 января – особый для католиков. В эту дату они отмечают праздник Богоявления или Три Короля. Этот день отсылает верующих к библейским событиям рождения младенца Христа. Свое начало праздник берет в Евангелии, в котором рассказано о королях, которые пришли к маленькому Иисусу Христу и принесли ему дары – смирну, золото и ладан. Эти короли, цари, пришли с востока. Вела их рождественская именно звезда, Вифлеемская звезда. Они были представителями других народов, языческих народов. И для них это событие, приход, рождение в этом мире младенца, такого особого, было чем-то важным. Поэтому они не могли прийти к нему с пустыми руками. Также мы знаем из традиции и имена этих королей и царей. Они, конечно же, условны. Это Бальтазар, Каспер и Мельхиор. И поэтому очень часто у нас здесь, также в Польше, можно встретить на дверях христиан, католиков, буквы, написанные именно мелом. К – крестик, М – крестик, Б – крестик и сопутствующие этому год. Поэтому одна из традиций этого праздника – освящение мела, воды и ладана. В этот день каждый католик обязан посетить богослужение в память о явлении Христа и поклонении трем королям. Это позволяет еще раз пережить радость от рождения Спасителя и углубиться в тайну Его пришествия.